В общем и целом, Денис, согласись, что это так или иначе. Каким-то кусочком обязательно входит в схему тренировочных занятий. Правда, еще без плотных ногтей. Так, Кольцов начинает у востока. У запада. У запада Райан Гундерсон. Из Йокерита. Поехали. Ну, по правде говоря, против Кольцова лично я бы не хотел участвовать. Да, он столько уже на этих делах. Тут же, Виталь, не только скорость важна, но и вот это. Смотри-ка, да. И пока нет ни у одного из соперников не то что решающего превосходства. Тут, по-моему, просто финиш пору бы включать. Какие-то минимальные вещи все-таки. Арбитры, конечно, простят Кольцова, хотя он все-таки здесь схитрил. Ну, зеркально ребята отработали. Второй этап. Запада. Ник Бейлин. Да. Немножко ящик. Ну вот и заявленный поначалу на первый. И продолжается все буквально вот на трех. Движение. Как синхронно соревнования. Выступай на самом деле. Синхронный слалом на коньках на хоккейной площадке. Третий этап. Да, и вот теперь у красных некоторое преимущество намечается. Ландин здесь быстрее работает и выходит уже на 8-м на 19 номера. Догоняет Селезнева и этим одновременно. Смотри, как рванул сейчас. Как раз западная команда достает Григоренко. Григоренко пытается догнать Джастина Азеведу. Одного из самых быстрых игроков нашей лиги. Куда уехал Азеведу-то? Азеведу сейчас, обратите внимание, на 21-го номера команды в красном. Он здесь как или нет. И действительно приносит Азеведа достаточно серьезное превосходство своей команде. Шипачев на последнем этапе бежит за команду Запада. И Юра Петров. Его поставили последним, нападающего Толятинской Лады. Я начинаю сейчас болеть за команду, поскольку только не я один именно в этой эстафете. Поскольку все-таки Шипачев сейчас допустил 3 шайбочки, он не забрал. И поэтому справедливо победа команды Востока в этой ситуации. Таким образом, мы подравнялись. 1-1 Запад и Восток. И если в первом конкурсе действительно заявным преимуществом была победа Запада, все выбежали из 14 секунд, то здесь, благодаря Азеведу, Восток привез очень солидное преимущество перед последним этапом. Дрались, поравнялись. Да, счет один. Счет равный после этих самых. После двух конкурсов. Первых конкурсов, ну и личный победитель на наших с вами экранах.